Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, это очередной эпизод игры Spider-Man Unlimited. Как обычно, начнем мы с получения моих наград. Так, сначала команду. Команду нужно доставить домой, она выполнила свою операцию, немножечко ампулок мне принесла. Ну-ка, что там у нас по поводу акционной гонки? Я же должен был занять первое, мать его, место! Да! Или нет? Нет, пока что я за ежедневную гонку получу свою награду. Электропаука. То есть уже 2 дня подряд получаю электропаука в качестве ежедневной награды за то, что попадаю в сотку. И вот еще один день будет, еще один электропаук. Ничего, я этому очень рад. Так, а что там по поводу акционной гонки? А, она же уже кончилась. Шокирующее событие прошлых дней. Тут у нас новое шокирующее событие, я полагаю. Да, и новая награда, новое шокирующее событие. И новые пауки, которые будут использоваться мной. Отлично, отлично. Последний рубеж. Вот какие, значит, дела. Все еще нужен мне костюм последнего рубежа. А, нет, здесь есть и армор-паук. Все нормально. Так, ну что, парни, по поводу акции, по поводу предыдущей демонстрации силы. Где результаты ее? Должны же быть. Подгружайтесь скорее. Я в прошлый раз переживал и в этот раз начинаю. Пока что отправлю энергию парням и приму запросы дружбы. Вот энергию меня тут все просят. Отлично. Отправляю. Отвечаю на вопросы. Когда же ты будешь проходить сюжет? Да я уже все по сюжету, что есть, прошел. Пока что только 2 главы доступно. У меня осталось 2 миссии. Вот эту я пройду, когда до 5-й звезды прокачаю Iron Spider-Man. А вот эту пройду, когда мне попадется космический Человек-паук. Все, до этого я прошел все миссии, все сюжетные. Ну где же моя награда за акцию? Давайте я пока, наверное, скрещу пауков. Ведь мне дали сейчас электропруфт костюм, и он у меня уже был. За то, что я занял, вошел в сотню лучших в бесконечной игре. Потрачу еду. Еду я, естественно, уже приготовил для соединения как одного, так и второго. Черт, здесь немножко поменяли порядок расположения. Самая четкая еда находится вверху. Вот я сейчас ее и использую. Так, все верно. Прокачиваем до 2-й звезды электропруфт костюма. И надо посмотреть, если я занял в предыдущей акции 1-е место, а я на это очень сильно надеюсь, то мне должен дать еще один костюм электропруфт. Ну, давайте, где же моя награда на весь экран такая должна? Так, редкого наемника, давай-ка, заберу пока своего редкого наемника. 3-звездочное дерьмецо. Новый портал добавили, Электро-Человек-паук, где появилась возможность его вытащить за 25 изотопов. Ну а что там с акцией? Давай, дурацкая игра, сколько ты будешь подгружаться? Вот она, награда, которую я... Во! Да, господи, да! Акция пройдена, и я занял 1-е место, мне дали костюмы. Это акция называлась «Демонстрация силы». Я, мать твою, на 1-м месте, 100 изотопов и еще один костюм «Электропруф». Давай я соединю его до 3 звезд, соответственно, буду использовать его в новом мероприятии, чтобы быть невероятно, просто невероятно крутым перцем. Так, а мне бы, знаете что, мне бы другого 4-звездочного, отличного от последнего рубежа, потому что он будет использоваться и у него там коэффициент высокий нужен. Ну ладно, плевать мне на это, на все, у меня есть электропруфт костюм, я не особенно парюсь. Давай, повысим рейтинг. Теперь у него максимальный уровень 30, но я смотрю там в наградах. Ежедневных будет еще один электропруфт костюм, соответственно, у него будет уровень 50 максимальный. Совсем-совсем скоро. Не правда ли? Давай посмотрим, сколько будет длиться акции. Длиться они будут 18. Ой-ой-ой-ой, это вообще сегодня кончается. Надо было, наверное, все-таки сохранить костюм. Ой, надо было сохранить. Вот это будет еще дофига длиться, поэтому я принимать участие буду, наверное, не так уж. Скоро комбо. Нужно комбо сделать. 10 тысяч комбо для прогресса. И вот он, Железный Паук. Железный Паук, с которого я получу 5 звезд. Моего Железного сейчас 4.
И получив 4000 комбо, мне выдадут такие Железного Паука последнего. А пока что давайте потратим с умом мои 113 изотопов. Знаете, что я на них сделаю? Не знаете. Не буду я призывать из редкого портала, я куплю два слотика. Два слотика куплю и попробую, наверное, еще вытащить пауков. Или в этом нет никакого смысла. Пауков из крутых порталов, как насчет из премиум портала. Или сразу попытаться электропаука достать вот из этого. Хотя может там любой другой выпасть. А можно исключить такую вероятность и обычный портал сикануть. Уж не знаю, сейчас у него 3 звезды. Так, 2 награды и будет еще один. Посмотрим, подожди-ка, я не посмотрел за первое место в этом последнем рубеже, что за награда будет. А, обычный премиум портал, даже париться не нужно. Давай, короче, все-таки один портал хочу открыть, переживаю, волнуюсь, нервничаю. Давай, ну! Классно! Пятизвездочный, редкий, пуленепробиваемый. Так, мне он уже пару раз выпадал, вернее, по-моему, один раз из портала, один раз в качестве награды. Сейчас посмотрим на него. Так, этот пятизвездочный, вот у меня есть этот пятизвездочный, он у меня до 2 звезд прокачан, соответственно, будет до 3 звезд, но после того, как у меня появится еда, а в качестве еды ему нужны 4-звездочные пауки, у меня пока что нет 4-звездочных для того, чтобы соединить его. Поэтому из бичевских порталов нужно выбивать 2-4-звездочных. И пока я не достигну этой цели, вот уже один есть. Я не смогу их соединить. А вот второго нет. 1-4-звездочный есть, второго нет. Такая вот у меня сейчас мини-цель. Найти 4-звездочного паука. Давай-ка поучаствуем. Поучаствуем в этом последнем рубеже. Только лишь последний рубеж делает коэффициент. А, последний рубеж и армированный. Сделаем это. Так, в качестве первого выберем, наверное, из последнего рубежа. У него там за что комбо идет? Сейчас посмотрим. Комбо 40% за победу над боссом. Нет, я лучше тогда выберу своего армированного паука. Пятизвездочного. Мне все правильно в комментариях чувачок написал, что он у меня не раскачан до 5 звезд, то я чуть на корм не потратил бы когда-либо. Все верно. Ух, какой у меня зверский коэффициент сейчас будет. Сейчас еще выберу своего 9-бонусного паука. У меня коэффициент 36. И он даже не максимальный, потому что армированный паук не прокачан до конца. Погнали! Последний рубеж зла называется эта акция. И вот я ее, соответственно, сейчас потрогаю. Что там надо было комбо набить? Или комбо нужно было набить в этой в акции борьбы с электро за номером 2. Не знаю, черт с ним, буду бежать совершенно спокойно и мутузить врагов. Собственно, тем, чем я занимаюсь, я очень рад, который раз я уже третий раз подряд, да, занимаю в акциях первое место. Золотого мужика замочил, дали изотоп, я нифигово этому рад. Моя супер-перчаточка. Так. Я уж думал, не придется тратить ампулки больше на бичевские порталы. А тут вот тебе. На. Вытаскивай еще одного 4-звездного, если хочешь соединить наших парней. Как-то я подзабыл об этом. Уже думал, буду копить очень много ампул на нового... Вернее, на новое улучшение из магазина. Ну, несмотря ни на что, у меня левел-ап, соответственно, коэффициент сейчас будет 36,1. Понятное дело, что я только начал. Вот в чем еще дело. Смотрите, в магазине у меня прокачаны все способности. Где они, способности-то мои? Вот. Паутина-молот, паутина-магнит, множитель и паутина-щит у меня прокачаны до 3-го раза. Это стоило именно переход на 3-й уровень, 30 тысяч ампул. И была акция, где нужно было 48 тысяч ампул набить. И именно вот та акция стимулировала меня на очень-очень мощный рост вот этих вот показателей. Соответственно, я их прокачал. Хорошо, не слабо прокачал. Нокаутировать врагов. Тут надо 780 врагов нокаутировать. Соответственно, у меня до ночи есть время. Я сделаю это обычно за весь день. Мне удается 1000 людей нокаутировать, но просидеть нужно реально немало.
усилий нужно применять адское количество. Но вот вы сейчас только что видели, что... Начал я бежать и сразу же врезался. То есть не то, что там до босса, да вообще никуда не дошел. А только-только подобрал перчаточку, мне начали капать очки. И не удалось. Даже не уверен, что в этой акции я что-то толковое займу. Все-таки у парней наверняка есть уже несколько пауков из последнего рубежа. Да и армированные тоже. Но я постараюсь. Не на ваших глазах, естественно, а в уютной обстановке, где можно максимально сконцентрироваться. Попробую набить я эти несчастные 3 с лишним миллиона и победить. А вот когда я начну участвовать в следующей акции, черт его знает, потому что потенциал у электропруфт костюма еще очень огромный. Просто так его растрачивать не хочется. Но прокачать-то все равно парня надо. Поэтому я сразу, как только будет такая возможность, начну участвовать. Отлично. Максимальный коэффициент в этом забеге 38, да? Для этого нужно до максимума прокачать вот этого паука, которым я сейчас бегу. И будет у меня коэффициент 38. Но не скоро, я думаю, он прокачается до своего 70 уровня. Но, тем не менее, радует, что в нем есть некий потенциал. Скоро подобное раскроется и в Железном Пауке. В Железном Пауке, который является наградой за прохождение квеста. Даже не за выполнение акции, а просто за прохождение квеста. Супер. Еще один 5-звездочный паук будет прокачан до максимума, я его очень рад. А пока что давайте, мне уже первого босса. Чувствую, подходит время, у меня уже 300 тысяч... Блин, пропустил, парня. 300 тысяч очков, пора уже первого босса валить. Кто там у нас? Электро, стервятник, гоблин. Кто? Решит сразиться с нами. Это стервятник, пацаны. Обычный такой стервятник. Да, как он забавно воет. Но мы закидываем его щитками без каких-либо проблем. Все, тебе нравится сейчас, паучок? А ты старый пердун. Ну давай, расскажи мне, что он быстрее меня. Ну знаете, стервятник же летающий. Вот, только что сказал, я быстрее тебя. Ну а тут я могу предположить, что быстрее меня ты, старый пердун, можешь только в могилу отправиться. Все, победили первого босса. Получил я каких-то несчастных 600 тысяч. Довольно мало. Но если получать их абсолютно на каждом боссе, то итоговая награда должна превышать 4 миллиона очков. С подобным я, естественно, без проблем должен занять первое место. Но вот какая фишка. Пацаны могут использовать 2 пауков из последнего рубежа, и, соответственно, в этом случае будет мне очень и очень неприятно. Ладно, оставлю я эти попытки. Знаете почему? Да потому что... Нафиг надо. Не, ну это сейчас второе место, это полная фигня, потому что только вон проснулся я и другие парни, еще мощные чувачки еще не начали играть. Давайте я вот эту акцию еще пробегу, называется она «Шокирующее событие». Вот эту я долбить буду более-менее активно. Ага, тут в награду нам дадут электропруфт паука с 1 по 5 место, но только первому умельцу дадут 100 изотопов. Давай используем электропруфт паука. Либо же... Железного. Нет, я здесь использую железного. Или электропруфт. Не, пускай будет электропруфт, у него за сбор пузырьков будет хорошая награда. И... Отлично, коэффициент 35, погнали. Но коэффициент-то у меня будет больше, потому что рост уровня прям вот обеспечен нашему мальцу. Сейчас у него какой, 20-й, да? Будет 30-й. Плюс после скрещивания, вот завтра как я проснусь, я же войду в сотку бесконечной гонки. У меня будет еще на одной звезде этот паучок. Соответственно, тут, ой, как не сладко будет моим противникам вот именно в этой гонке. А вот
предыдущую акцию, в которой я попробовал пару раз проучаствовать. Быстренько я там упал. Но я еще возьмусь за нее сегодня. Вот в той акции даже не знаю, смогу ли я что-нибудь занять. Или нифига не выйдет. Здесь нужно набивать комбо. Соответственно, для максимально эффективного набивания комбо можно было бы взять паука, у которого плюс один или от атаки, или от уклонения. Ой-ой-ой, всего лишь 100 тысяч, и сразу появился босс. Вот здесь нужно пробегать немного, совсем немного. Между боссами они будут появляться. А наш электропруф костюм... Мочить электро. Увы, нет особенных каких-то способностей у этого костюма противостоять электро. Но это было каким-то читерством. Введи геймлог подобное. Как обычно, то есть, начинаю я выпуск с результатов, буквально хвалюсь своими трудами. А тут вам показываю такую легкую амебную игру. Так, мне же еще одного нужно паука, 4-звездочного, для того, чтобы пуля непробиваемого воскресить. А потом еще 2 4-звездочных, чтобы заранее они у меня были, чтобы скрещивать электропруф костюм, который мне завтра утром выпадет. За то, что я займу опять сотню лучших чувачков место в бесконечной гонке. Так, тут у нас дабл взял. Взял дабл, молодцом. Собираем как можно больше ампулок, ведь у меня за них повышенное количество награды. Комбо сейчас уйдет, правда? Да, ушло мое комбо. Да и черт с ним. Главное, это как можно больше ампулок. Хотя, черт, у меня же здесь награда за комбо идет. Вернее, награда выполнения, прохождения квеста. Нужно такое, опять же, нифиговое количество комбинаций ударов и уклонений совершить. Да, чувак, ты идешь на рекорд. Нет, только не в этот раз. Взял щиток, оберегающий меня от лазеров, от автобусов и прочей нечисти в игре Spider-Man Unlimited. Бам-бам. Ну, то есть в предыдущем прохождении Spider-Man Unlimited я хотя бы поставил хоть какой-то рекорд, играя за чувачка. Чувачка-паука из последнего рубежа. На тот момент занял первое место, но, естественно, пока заливал видео, уже я сместился на второе. А вот здесь же я вам вообще ничего впечатляющего не смогу показать, увы. Кроме своих чертовски привлекательных пауков. И все еще отсутствует у меня космический паук, но зато вон пуля непробиваемого уже до 3-й звезды почти прокачал. Стоит мне лишь получить еще одного 4-звездочного из бесконечного, из Печенского портала. А тут уже тем временем я мочу второго босса электро, второго из 7, как обычно, стандартно. Ух, не знаю, что будет, когда введут 3-ю главу. Там же по прохождению 3-й главы у тебя становится доступной возможность взять в команду еще одного паука. Вот это коэффициенты будут, даже боюсь представить, что за страх нас ждет. Там уже имеет смысл по 2 паука крутых запасаться, на которых точно будет коэффициент. То есть не 2, которые именно участвуют, 2 разных, а по 2 одинаковых. Там будут уже парни вообще с такими рекордами, настоящими, не читерными, настоящими рекордами, которые побить уже будет крайне проблематично. Ну ничего, я постараюсь это сделать. 3 раза подряд побеждал, должен победить еще пару раз. Все-таки цепочка не должна прерываться так вот просто, так быстро. Сохранил комбо-счетчик. Хоть на 500 ампул я соберу. Комбинации, как думаете? Или какая там минимальная награда? Сейчас посмотрим после того, как врежусь в лазер. Все, комбо-счетчик кончился. Но я все равно, сломя голову, двигаюсь к следующему боссу электро. Как-то немного, да, уже 2 боссов убил, а вот 1 000 000 у меня только сейчас наступил. Соответственно, как вы сами заметили, по 600, каких там 600? Не смог я по 600 тысяч выносить. До первого босса это было.
Это было, да, это было 600. А вот после него каких-то жалких 350 тысяч. Соответственно, в среднем где-то по 400 тысяч за босса. А это опять какая-то фигня ссаная. То есть, что там, 3 миллиона 200, да? Примерно ожидаемый результат, если убить всех семерых боссов. 3 миллиона 200. Это не очень впечатляюще. Очередной Электро в своем модном фиолетовом костюме, потому что он совершенный Электро. А в совершенном мире все совершенны и гомосексуальны. Давай, 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 давай! Да что такое? Наступил на невидимую молнию, я действительно не заметил. Естественно, я возрождаться не буду, потому что это была не то, что не лучшая попытка, это хрень собачья. Так, ну 2500 тампл, да, заработал. Но это фигня, что я сейчас на первом месте, как и говорил. Пока еще пацаны не проснулись, это все не считается. Это все не считается. Надо сейчас, на самом деле, на последний рубеж немножко так насесть, потому что он кончается все-таки сегодня. Эта акция еще вон продлится там 2.5 дня, а вот последний рубеж зла кончается сегодня. Давай вытащим простого паука из Бичевского портала. Нет, он должен быть 4-звездочный, чтобы удовлетворить. Да, отлично, вот тебе 4-звездочного дали. Он меня полностью удовлетворит, и я, соответственно, прокачаю своего пуленепробиваемого паучка 5-звездочного до 3-й звезды. Вот так вот. Использую в качестве еды, соответственно, выпавших мне из Бичевского портала 4-звездочных. Красота! Красота! Так, а хватит ли мне еще на один порт... Или нет, не хватит мне. А какие же там ежедневные задания? 20 забегов скользящей атаки на врагов, 40 штук скользящей атаки на врагов. Скользящие, скользящие. Ну что, без проблем. Сейчас поскольжу немножечко, а вот в следующий раз уже буду... Чем я там буду заниматься, господи, 20 забегов? Да я их совершу, естественно, сегодня. Слотиков у меня уже как-то немного. Тут немножко еды присутствует в количестве 4 штуки. 4 эти штуки на что я могу потратить? Да, собственно, на электропруфт костюм. Не так ли? Или потом еще и 5-й выпадет. 3-звездочный, потому что мне опять нужно еще 2 4-звездочных для следующего скрещивания электропруфт костюма. Заранее такой, я заранее думаю о будущем. Давай, давай выберем. Так, и вторым нужно кого? Армированного выбрать? Или кого там? Господи ты боже ты мой. Да, армированного паука. Так, а почему бонуса нет с армированного-то? Не пойму, или бонус идет только за первого? Только за первого паука? Так, как-то это стрёмненько. Если бонус идет только за первого паука. Смотрите, нет бонуса. Чё за фигня? Я же вроде только что играл, и был бонус, и все было нормально. Чё-то как-то я не понял юмора. Ну давай, где мой? Ну вот мой паук из последнего рубежа. Ну а если, может быть, если другого выбираешь, короче, то появляется отображение того, что... Да нет, вот, смотрите, я выбираю армированного, у нее нет бонуса. Может, нужно именно 4-звездочный? Вот как здесь нарисован 4-звездочный. Ладно, в любом случае, двигаемся вперед. Нужно набивать... мертвых мужиков как можно больше. Здесь нужно нокауты, да, нокауты совершать. Чуть меньше 800 нокаутов, и у тебя будет максимальный приз. Да, непросто. Действительно непросто это будет сделать. Однако же в течение этого забега немножечко повысится уровень. О! Что? Какой вызов отражен? Какие? Чуть действительно? Действительно, кто-то меня победил среди друзей. Надо будет зайти посмотреть. По-моему, раньше такого оповещения не было. Приятно, очень интересное оповещение. Сейчас обязательно зайду и посмотрю, что там с рекордами среди друзей. Хотя я чуть не уверен, что мой божественный рекорд был побит. Ну, сейчас посмотрим. Так, парни, говорю еще раз, а то вон там в комментариях пишут. Читеров банят.
На андроиде не знаю как, а вот на iOS абсолютно точно 100% читеров банят. Так что смотрите там, короче, если участвуете в сетевом отборе, то будьте готовы, что ваш Apple ID там зачмырят. Если вы этого не боитесь, то чё, вперед? Ах, ну да, здесь нужно скользящие атаки делать. Наделал я скользящих атак уйму, просто уйму. Одни, сука, скользящие атаки. 500 ампул дали за то, что я 40 чуваков нокаутировал. И давай, давай, я заберу свои еще 500 ампул за 20 скользящих атак. И еще нужно около 20 скользящих атак, и будет мне еще один приз. Блин, имеет вообще смысл бороться за премиум порталы 10 изотопов, а? Конечно, имеет, ведь там может мне выпасть космический паук. Космический, мать его, так. Почему? Почему ты так далек от меня? А, космический ты мой паук. В любом случае, сейчас, как я и говорил ранее, вы не видите профессиональной игры в ране. Никакой тут реакции нет особенной. Просто обычная кажуальная игра после долгого сна. Я еще даже не покушал, да, после сна с утреца сейчас вот запишу, пойду кушать. Но у меня уже в мыслях план по поводу того, как же скорее одолеть этих мужиков. Наверное, выберу я или Алого Паука, или как раз таки в пуленепробиваемом костюме. С одной стороны, он будет качаться, с другой стороны, будут расти мои показатели по нокаутам и, соответственно, приближать меня к максимальной награде. А мне всегда нужна максимальная награда, там, изотопики, хренотопики, все это нужно. Так, забываю, что нужно скользящую атаку делать, но вот парней, парящих в воздухе, так просто не проведешь. Нужны наземные солдаты. Ай, упустил ампулки из-за того, что уклонялся здесь туда-сюда. Скорее, где же? Там всего лишь 18 или 15 раз осталось ударить понизу. В стильном подкате. А их все нет и нет. Не хотят вообще, видите, появляться. Клевые солдатики. Давайте, пацаны, не задерживайтесь. А я набиваю тем временем комбо. Уже почти до 50 дошел. Экий такой школьный результат. Да, теперь тебе нравится, паскуда такая тварь. Говорит Человек-паук неодушевленным предметом. Вот это подкат, да? Согласитесь, клёвый был. У меня прям на уме торчал, типа, подкат, надо подкат делать. Вот сделаем подкат, вообще крутой. Дай-ка я нахрен для разнообразия сейчас достану из портала наемника еще одного паука. Может быть, что-нибудь клёвое выпадет. Такое вот клёвое. Пятизвездочное, да? Бен Рейли. Так, а есть у меня уже подобный или нет? Давай посмотрю. Вроде бы был, но шестизвездочный. Да? Твою мать! У меня был Бен Рейли шестизвездочный. А теперь мне выпал Бен Рейли пятизвездочный. То есть конкретно такого паука у меня еще не было. Что ж делать? Доставать обычного из обычного портала. И нифига он не четырехзвездочный. Я ж еще... Не соединил, да? Не соединил. Кого я не соединил? Не соединил я того, который выпадет мне уже на следующий день, да? На следующий день мне нужно 2 4-звездочных для того, чтобы электропруф соединить. Но пока у меня 5 еды, и эти 5 несъедобных пауков я могу потратить, например, на прокачку вот этого вот паука. Че, я буду еще вручную качать? Да ну тебя... Как раз таки 5 мальцов съешь, которые совершенно не нужны мне. Раз, два, три, четыре, 5. Даже до 15 уровня не дошел. Ну, а куда их еще девать? Они мне занимают слоты. Электропруф, костюму нужен опыт. Соответственно, скоро переход на 15. Ну все, я теперь сам буду тратить эти акции, качать электропруф паука. Сейчас могу только
принять дружбу или отправить энергию, если таковая имеется. Очень мне вот это вот не нравится в самый низ вертеть. Если бы вначале были запросы от дружбы или просьбы о том, чтобы я отправил энергию, если бы в самом начале были, было бы круче. Так, еще в ежедневной нужно не забыть, а то вчера я чуть не забыл, прям перед самым сном участвовал. Будет у меня еще один электропруфт. Все будет круто. Как все отлично складывается, парни. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится Spider-Man Unlimited. Пишите комментарии. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.